Неуверенность в завтрашнем дне. Вот что сейчас беспокоит предпринимателей, заявил Павел Дорофеев, кандидат от партии «Справедливая Россия за правду». Главное опасение – это повторное закрытие предприятий на период антиковидных мер. Отменили налоги НВД для малого бизнеса, которые оплатили сфиксированные суммы. Но вот, сейчас налог стал упрощенной системой налогообложения, которая порой в десятки раз больше, чем при НВД. Но вот, на этот год ввели льготный налог 1% для общественного питания. Но непонятно, что будет дальше. Поэтому постоянно бизнес живет в недопонимании. Помогать нужно масштабно, считает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» Вадим Белоусов. Как минимум, кредитование нужно сделать льготным, а не выдавать по максимальной ставке. И за такие проценты очень сложно развиваться. Я думаю, практически даже невозможно. Это надо какой-то подвиг совершить, чтобы сделать эту работу. Поэтому вот я считаю, что главное, это, во-первых, снижение ставки налогов, чтобы она была мало того, что снижена, но должна быть понятно, сколько, на 5, на 6, там, на 10 лет. Регулировка тарифов на обслуживание предприятий тоже будет действенной мерой, подытожили на встрече.